Ребята, всем привет! Вы на канале Мир Инструмента 59. Сегодня вот я получил на почте посылочку. Ждал я эту посылку из Китая. Заказал я себе новую экшн-камеру. Изначально заказал с Москвы камеру Garmin VRBA 360 модель. Есть такая у них, которая снимает видеоролики на 360. Но когда эту камеру получил, при осмотре обнаружил, что на одной линзе была маленькая трещинка. Очень долго с этим магазином спорил, ругался. В оконцовке написал претензию. Обратился в Роспотребнадзор, и это не стали спорить, просто вернули мне деньги, и все. Больше я с таким магазином работать не захотел, потому что пытался доказать, что я не виновен в течение, ну не знаю, месяца, наверное. Деньги обратно получил, почитал в интернете, помониторил, какие вообще различные есть экшн-камеры, и решил заказать с Китая камеру к Xiaomi. Пользуюсь телефоном таким китайским уже, не знаю, полгода, что с ним только у меня не было. Телефоны исправно работают. И решил также заказать, еще раз повторюсь, этого производителя экшн-камеру. Вот пришла мне посылочка из Китая. Обратите внимание, везде сказано, что здесь камера у нас лежит, но упаковка пришла вся перепечатана скотчем, как будто ее кто-то открывал. Вот мне стало очень интересно, и решил снять это видео. Что, мало ли, если вдруг там внутри не камера какая-то будет, а еще что-то, чтобы я мог просто на AliExpress, в тот магазин, где я покупал, написать рекламацию какую-то, ну и доказать, что с моей стороны здесь никаких вскрытий не было, я оттуда ничего не доставал. Ну, давайте приступим к открыванию. Почитал очень много отзывов за эту камеру. Камера всех устраивает. За те деньги, которые она сейчас продается на AliExpress, там в районе 14 000, лучше, я считаю, что камеры экшн не найти. Штатив, который я использую при записывании видео на эту камеру, на экшн также подходит. Резьба у него одинаковая. В следующий раз я попробую видео снять именно на эту камеру уже и посмотреть, как она вообще отображает картинку, ну и звук. Вот обратите внимание, как у нас выглядит камера внутри пакета. Она обтянута была таким вот, я не знаю, как это называется, не поролон, а какой-то такой мягкий материал. Лежит селфи-палка, палка селфи идет запечатанная с завода-изготовителя. Также давайте попробуем ее открыть, посмотреть качество исполнения. Аккуратненько открывается. Опа. Вот так вот и лежит внутри коробочки наша селфи-палочка. Селфи-палочка идет с пультом. Я обязательно чуть позже потестирую эту селфи-палку. Но я думаю, по прогулке по лесу селфи-палочка такая, она обязательно необходима. Чуть позже я с ней разберусь, как она работает. Но еще раз повторюсь, в интернете очень много отзывов именно по палкам, вообще по этим камерам. Всем этот продукт нравится. Ни одного плохого нарекания я, если честно, не встречал. Есть там, конечно, небольшие недоразумения, но я думаю, что это все решается и в период эксплуатации. Если даже вам такое попалось, можно всегда камеру эту будет обменять или эту неисправность устранить, так как сервисная поддержка в нашем городе есть. И при заказе вообще товары на AliExpress, что касается вообще техники, я обязательно заказываю там за 250 рублей гарантию на год. Так, давайте посмотрим. Сама камера, почему-то коробка идет вскрыта. Так, вот здесь вот, обратите внимание, есть шильдик. Тоже указано, что здесь камера лежит, модель именно 4К. Так, экшн камера вместе с водонепроницаемым кейсом. Здесь вот на коробочке тоже есть все характеристики камеры. Ну, конечно, сказано, что это Китай, черного цвета. Ничего здесь такой информации-то я не вижу, потому что все на английском языке написано. Давайте попробуем. Так, сбоку у нас тоже здесь есть, что 4К снимает 60 кадров. Давайте попробуем эту коробочку открыть. Коробки у Xiaomi вообще очень честно, если ребята, они относятся к упаковке своей продукции очень серьезно. У коробочки плотные достаточно. Здесь вот вон везде по всей коробке, чтобы при транспортировке эту камеру не стрясти. Идет инструкция по эксплуатации на камеру. Уверен, что русского языка здесь нет.
Да, действительно, здесь нет. Тут всякие буклетики какие-то идут. В комплект поставки у нас идет батарейка оригинальная. Вот такого вот исполнения идет она в пакетике. Смотрел в интернете, хотел заказать оригинальную батарею, но почему-то нигде не смог ее найти. Везде пишут там, что вроде оригинал, но когда читаешь отзывы, люди говорят, что батарейки приходят не оригинальные. И заказал не оригинал, пару батареек с зарядным устройством. Чуть позже мне это должна посылочка приехать, я обязательно покажу. И оставлю ссылку видео в описании. Может быть, если кому-то будет интересно, батарейки можно будет эти заказать. Две батарейки плюс зарядное устройство мне обошлось в районе 900 рублей. Емкость 1,4, если я не ошибаюсь. Приедет, мы обязательно это посмотрим. Также в комплект поставки у нас идет USB кабель. Кабель идет под, я думаю, под микрофон. Так, идет сам бокс. Вот такой вот боксик. Тоже сделан все грамотно, везде наклеечки, боксик новенький. С этим боксом эту камеру можно будет погружать под воду. У товарища у меня есть костюмчик один, он занимается подводной охотой. Я обязательно хочу у него в этом году этот костюмчик взять, воспользоваться. Если мне понравится, тоже, наверное, буду увлекаться этим, потому что посмотрел видео, которое он снимает под водой, мне очень понравилось и стало также интересно. Потом у нас идет крепление. Крепление идет ровное. Читал в отзывах, что иногда приходит крепеж на камеру кривое, но здесь вот, я думаю, должно быть вам видно, крепеж ровный. Есть также фирменный логотип, что это Xiaomi Vic. Ну, к этому у меня претензий тоже нет. Так, здесь также фирменный логотипчик есть. Все сделано классно, грамотно, как и говорю, еще раз пользуюсь телефоном этого производителя, телефоном доволен. Ну и сама камера, на первый взгляд, камера вообще маленькая, не знаю даже с чем ее сравнить, вот положу на ладошку. Вот, но камера также пленочка здесь есть, заказал себе сюда защитные насадочки, чтобы эту объектив этот закрывать, чтобы в момент транспортировки нигде его не повредить. Есть вот здесь характеристики самой камеры. Дисплейчик также обтянут пленочкой. Ну, давайте попробуем открыть эту крышку. Так. Что-то получается плотненько как сидит. Так, крышечка открывается. Все равно я обязательно думаю, нужно снимать видео, когда покупаете что-то с Китая, чтобы потом можно было гораздо проще доказать это им. Так, батарейку вставили. Камера запустилась. Я думаю, видно, что дисплейчик тоже работает. Режимов здесь очень много. Фотографировать можно, видео различные снимать. Язык здесь русский есть при покупке. Я спросил ребята, ну, у меня вопрос, что касается языка, имеет ли русский язык эта камера. Мне ответили, что русский язык здесь есть. Вот я тут взял, сразу же зашел в настроечки и обнаружил русский язык. Переключение языка идет. Все, русский язык установлен. Теперь я могу пользоваться этой камерой без проблем. Просит у меня карту памяти. Карту памяти я также заказал. Взял ее на 64 гигабайта больше. Сюда камера не влазит по объему. Ну, жду. Как камера приедет, следующее видео я буду снимать именно на эту маленькую камеру в режиме 4К. Посмотрим, что у меня получится. Так что, ребята, если кому-то будет интересно приобретение такой камеры, задавайте вопросы, комментируйте видео, если я мало ли что-то не сказал. По характеристикам, я думаю, кто будет приобретать такую камеру, в интернете все изучит. Вся информация там есть. А я сейчас также залезу в интернет, посмотрю все нюансы еще раз по этой камере, уже потыкаю по кнопочкам по этим. Ну и уверен, что проблем с эксплуатацией у меня с такой камерой не возникнет. Так что, друзья, вам всем желаю хорошего дня. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. До скорых встреч!